Итак, всем привет! В этом видео я попробую открыть все локации на карте равнины. Загружаемся. Так, пожалуй, я лучше возьму Урал. Он более проходимее. Итак, дам вот такой сначала кружочек на Урале. Так, всего не хватает, да? В общем, такой кружочек, а потом уже захватим вот эту локацию, чтобы не нарезать круги. Так, поехали. А в этом видео самое главное не в катушке, по грязи и в этом духе, а самое главное открыть все локации, так что нам не обязательно ехать по дорогам, по всякой грязи, а выбрать локацию и ехать к ней напрямую. То есть никаких преград быть не должно. Как-то так. Так, по-моему, нам выезжать сейчас вот на эту равнину, проехать вперед, и там слева будет локация. Я точно не помню, сейчас посмотрим на карте. Ну да, как-то так. Выезжаем на равнину. Так, и вот здесь слева будет локация. Точнее, должна быть. Да, вот она. Так, следующая локация у нас. Тоже проезжаем вперед. Там, скорее всего, будет либо тоже равнина, либо лесок. Или болото. Нет, скорее всего, равнина. Да, равнина. Так, что-то я не туда поехал. Поедем-ка здесь. Так, пункт на Урале предназначен для ремонта транспорта. Так. Ну, Урала, в принципе, урона мало. Точнее, практически нет. Так, вот локация. Сейчас мы ее откроем. Так. Вот здесь две локации. Скорее всего, вот в этой области будут спрятаны транспорт. Я точно не уверен. Поищем. Может, найдем. Так. Сейчас нам выехать нужно на дорогу. Так, в принципе, вот дорога, я точно уверен, нам на нее выезжать или нет. В принципе, да, выезжать. Не будем давать большой круг, срежем прямо здесь. Так, дальше у нас тоже идет равнина, только я не уверен, в ту сторону она идет. Так, вот равнина. Нам сворачивать влево. Вроде едем правильно. Так, камни, камни, камни.
Да, вот она. Так, теперь нам ехать к самому углу карты. Так, транспорт у нас здесь нет. Обычно еще на предыдущих картах стоят транспорт около таких вот домов. То есть вот я на прошлой карте находил МАЗ около такого домика. Так, едем правильно. Здесь сейчас свернем налево. Так, сворачиваем, сворачиваем. Во, давай, 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 въезжай. Так. Дальше нам куда-то туда. Собьем елки или нет? Постараемся. Нет, они крепкие. Ладно, проедем так. Во! По-моему, мы ее с корнями выбрали. Да. Мы ее выбрали с корнями. Но зато проехали. Да, проехали. Так, локация где-то здесь. Ищем ее, ищем. Да, вижу ее. Здесь сейчас направо. Вот она, наша локация. О, вот мы открыли какой-то транспорт. Ладно, не будем его смотреть. Поедем к следующей локации. Хотя нам в любом случае, если вот так ехать, мимо транспорта придется. Да. Заодно откроем, посмотрим, что за транспорт. Так. Упс. Проехали. Так, нам ехать вот по этой луже. Мы что-то куда-то не туда поехали. Так. Ладно. Попробуем. Эх, так. Так, 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 так. Нам куда? Нам налево. Поедем налево. Что же нам еще остается? Так, 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 так. Поворачивай. Упс. Опять мы выбрали елочку с корнями. В итоге получили чуть-чуть урона. Ну, и чутка испачкали Урал. Упс. Опять. Так мы на Новый год ничего не оставим. Тормози, тормози, тормози. Так, дальше нам, в принципе... Так, налево подрём. Так, а это нас куда ведет? Поедем тут.
Так, туда мы навряд ли въедем. То есть нам лучше сворачивать на право. Свернем направо. Так. Ну, я вижу, тут не только елочки. Тут и другие деревья. Пошибаем опять. Мы сшибли с корнями. Ну, в принципе, здесь остается по прямой ехать, и там будет локация. Так. Куда-то не туда мы сворачиваем, здесь мы... Нет, здесь мы не проедем. Проедем где-нибудь здесь. Да, УАЗик тут бы понадобился. Что-то куда-то я заехал. Ну, сюда. Тогда едем по прямой. Дерево, дерево, дерево. Ну-ка сейчас елочку с корнями. О. Так, 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 так. Надеюсь, проедем. Ага, проехали. Как говорится, не поместились. Неужели застрял? Не застрял. Должны в любом случае проехать. Ладно. Что если подтянуть? Хотя бы чуть-чуть, чуть-чуть хотя бы. Давай. Ну давай, давай. Во. Протиснулись. Едем дальше. Не до конца протиснулись. Уперлись кунгом в березку. Так. Давай, пролетай. О. Упс. Мы, по-моему, проехали. Где-то она здесь. Так. Пропахали чутка землица. А, сейчас там должно быть болото. И, скорее всего, она там будет, локация. Так. Давай проедем. И свернем здесь направо. Так, вот оно, болото. Да, вот локация. Все, мы ее открыли, считай. Открываем. Так, теперь нам осталось три локации. То есть мы сейчас выезжаем на дорогу и поедем по ней прям по прямой. Да, и вот так вниз поедем.
Сколько нам еще там осталось? Что-то мы вообще к самому краю уехали. Так. Думаю, мы легко это преодолеем. И поедем по прямой. Так, да, куда-то туда нам ехать. Скорее всего, мы там выйдем на пилораму, да? Да, пилорама. Так, что-то я проезжать начал. Разворачиваемся в ту сторону, в ту сторону. Так, где-то она здесь. Да, вот она, локация. Запихали же ее. Выезжаем на дорогу. Крепкая падла. И выезжаем на дорогу. Так, тихо, тихо, тихо. Все-таки пропахали чуть-чуть. Дальше нам выезжать на пилораму, а дальше уже поедем к локации. Так. Приехали. Так, что-то я начал уезжать вообще в правую сторону. Сейчас здесь, думаю, свернем налево. Так, сворачиваем. И здесь уже маленькая равнинка пошла. Ну, где здесь будет пилорама. Воу, вообще уехал. Тогда сразу едем к локации. Пилораме не поедем. Так, вот она равнина. Едем к прямой. Да, вот локация, все вижу. Так, все. Теперь нам осталась последняя локация. То есть добираемся до... Да-да-да-да. Блин, извините за этот звук. Так, разворачиваемся по равнине, едем вниз. Да, едем правильно. Так, осталось еще чуть-чуть. Камни, камни, камни. Они также причиняют урон транспорту.
Давай. Так, ясно все. Поехать лучше здесь. Я так понял, наступает уже утро. Да, наступает утро. А нам ехать также все по прямой. Поехали. Гони, Вася, гони. Так, бензина осталось 120 литров. Ну, там хватит, конечно, до той точки. А дальше нам куда? Сейчас свернем куда-нибудь в ту сторону. Да. И повернем налево. Пропахаем? Нет, не пропахаем. Думал, сейчас бампером заденем. Так, дальше нам по равнине вниз. Здесь сразу приедем на эту дорогу. Поедем, откроем локацию. Фары можно выключить. И педаль в пол. Так. Что-то я опять не туда поехал. Да, не идет в ту сторону. Да, сейчас мы выйдем на дорогу. Правда, нам придется, скорее всего, переезжать. Нет, через реку мы не будем переезжать. Переедем-ка мы сразу где-нибудь здесь. Вот. Чем давать такой круг? Да, вот здесь переедем. Так, ясно. Так вот. И самое главное не разбиться об камни. Это и так урон уже 4 из 24. Так, теперь нам ехать по прямой. Попробую открыть локацию, несмотря на карту. Здесь вроде едем по прямой. А вот здесь либо прямо, либо влево. А, сейчас сначала влево, а там, если что, поедем в правую сторону. Где-то локация должна быть здесь. Я точно не уверен. Так. Либо там локация, либо здесь. Во-во, все, нашел. Так и знал, что она здесь. И вот мы открыли последнюю локацию. Все. Вся карта открыта. Так, думаю, на этом видео прерываем.
В комментариях пишите, что еще вам записать из этой версии игры. Подумаю, выберу самое лучшее пожелание и запишу.